университетскую клинику Казанского федерального университета поступила очередная партия вакцины «Спутник Ви». Что нужно сделать для получения прививки от коронавируса, расскажем в нашем следующем сюжете. Мы в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского, 2А. Именно здесь можно привиться первой зарегистрированной в России вакциной от коронавируса «Спутником Ви». В интервью нашему телеканалу сотрудник университетской клиники, врач-эпидемиолог Диана Суфиярова рассказала о том, какие этапы проходят желающие получить вакцину. Для того, чтобы записаться на вакцинацию, можно через единый портал госуслуг. Также можно позвонить по телефону колл-центр 233-320. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Пройдут анкетирование, заполнят анкеты после осмотра врача для оценки состояния пациента, после чего необходимо спуститься вниз в прививочный кабинет, там уже пройдет сама прививка, после чего необходимо 30 минут посидеть, чтобы специалист понаблюдал за состоянием. Пациент университетской клиники, которого мы снимали, рассказал, что очень редко бывает в медицинских учреждениях совершенно не болеет. На вопрос, почему решили сделать вакцину, уверенно отвечает. Главный аргумент – жена. Илья Андреев, Фарид Захитуглы, Универньюз.